Я предлагаю каникулы. Жерла, жерла, дипейтесес, жершешмедек бакшага, Жершешмедек бакшага. И второй мы. Ну, это сумасшедшая? Не знаю, просто. Просто стены тонкие. Да. И вторая песня, это, например, песня, которую поют у нас в деревне, когда приходят гости. Бизапарими татяно, кезя цурда сдювана, кезя цура да мусорвалем, астёс гажановалем, кезя цура да мусорвалем, астёс гажановалем. Ну, прям на лицо. Ну, тоже кучки на куджаны, кота приемник, Вот. Вот это взаимосвязь. О, из нам на крышке. Ну, а на учи дана, чи дана, извините, рисовался. Может быть. Там где-то в морда акценте. Рисовался? Вот прям вот эта связь прослеживается, например. Она еще есть умная в сибирских. Свадебная песня, например, да, у нас? Рыксалака тыща, но тыдя, а веталэчка сказа, но йодела зеноса каракар поют. Но это же все-таки Укряшин. Укряшин по Калитского района и Нагайбаков поет. Да придет к вам тёлка черной масти, надои с нее молока и сделай хорошей жирной сметаны. А у нас поют, придет к тебе тёлка белой масти, надои ее молока, и чтобы это молоко было такое сахарное, вкусное, в общем. А башкир, не бойся, это придет к тебе черная кобыла. И сделай кумыс. Нет, ну взаимосвязи есть, и их нельзя вообще отрицать. Там много разных песен. Например, даже в элементах костюма. У нас в Бавлинском районе носят делян. Ну что? Черный такой. Да. Дукес. Типа дукесом, да. У них называется жилен. Он есть и у башкир. Но по форме вообще кроя и по орнаментам он вообще похож, как будто с нашей деревни. Просто они его одели и в нем ходят. Но еще какие-то примеры есть. Но мы-то же на башкирских землях поселились. Там же татар вообще не было. Это сложно описать. Вот я слушаю музыку, да, я слушаю кряши там Чистопольского района, там Рыбно-Слободского района. У меня просто нейтрально еще нет, знаешь, татарской песни. Хорошо, смотри. Я когда слушаю Нагайбак, например, я сразу понимаю, что это мои песни. Ну вот когда.